Валентин, доброе утро. Какие планы? Планы, ну, обычные планы, как и месяц назад. Установить рекорд. Рекорд России, рекорд континента. Валентинович, а с девчонками проще работать? Конечно, проще. Они более покладистые. Понимаешь, меньше изображают вот этот вот брачный танец сикача, как делают наши самцы. Мы все поменяли. Сейчас у нас вообще все получится. Все переменили. Ой, сейчас не спечатались. Похоже на карту Московской области. Аня, в красном секторе 18 номер. Дубровина, синий сектор, 26 номер. Обязательно надо давать грудь поток. Жемчужина русская сила! Откроем рекорд России и мира! Ура! Лупы не работают. А что такое лупы? Тяжкий труд, тяжкий. Ну, что-то, надеюсь, что собрали, надеюсь, что более-менее. Но я не знаю. Другой конец, к сожалению, трудно было наблюдать. Холодно, очень холодно. Что с фигурой?
Не очень. Ну, первый прыжок. Все будет хорошо. Я думаю, что первый тренировочный, ну как, он не тренировочный, он уже рекордный, но поскольку меняли технику, то простительно. Один. Сейчас скоро будет, вот следующий точно будет. Прям. Скажи, как тебе удалось вообще такое событие организовать? Ну, потому что очень хотелось, поэтому мы и организовали. Тяжело было? Ну, нелегко, это точно. А какие факторы повлияли на то, что все вот удалось? Удача, большое желание, дисциплинированность, желание девчонок. Если я-то одна ничего, вот все вместе с девчонками вот собрали и сделали. Ну, по сравнению с прошлым годом, что изменилось? Больше желания и уверенности в том, что мы соберем. Не надо никого не уговаривать уже. Все сами хотят и понимают, что это не просто, а то, что рекорд будет 100%. Ну, а личное мастерство участниц как подросло? Сейчас, да, конечно, по сравнению с тем, что раньше. Сейчас труба есть, все есть. Прыгать не хочу. Большие у нас хорошие есть тренера, которые могут нас научить. Каждая девчонка прыгает в формации, где-то допрыгает. Приезжает на тренировочный сбор, они быстрее схватывают. Не хочу сказать, что умнее, просто более цепкие. Как насчет психологической устойчивости у девчонок? Как они, вот это, как команда, они вот ощущают себя командой? Это первое, что, почему мы собираем, потому что это команда, все собираются с нервами, говорят тихо, спокойно, значит, тихо, спокойно. Ну, все получается, если посмотреть на видео, все тихо, аккуратно, нежно, ласково. Никто никого не убивает, никто никого не сбивает. А у мужчин просто принято мериться, а у женщин не принято. Как ты думаешь, женское движение, оно будет развиваться дальше? После таких рекордов, когда мы на весь мир заявляем, что русская женщина, она что, коня остановит, горячую избу войдет. Вот это примерно то же самое. Слушай, а может быть объяснишь вот зрителям, что такое национальный мировой рекорд? Что это такое? Это одной национальности, то есть это все русские собирают заявленную фигуру. Потому что ни в одной стране мира такого нет. Есть 68 девушек из Англии, с подданством Великобритании собрали, а у нас русские. То есть это национальный рекорд, который имеет статус мирового достижения, правильно? Правильно, это точно. Следующую хочется собрать сотню. Сотни. Ну, здесь сложности в чем поджидают? Опять вопрос в технике? Нужно вырастить кадры. Еще вот осталось набрать 30 девчонок. Вообще здесь много военных. Это ВДВ, ВВС, МЧС. Много приехало в этом году. С каждым годом все больше и больше приезжает из региона. Если раньше был только Москва-Питер, то сейчас это уже не Нижний Тагил, это уже Пермь. 15 человек военных. Это тоже не москвичи, это Рязань, Псков. Ты с оптимизмом смотришь, да, вот на женское движение. Только. И будешь этим заниматься, я так чувствую. Буду заниматься этим дальше. Вообще команда, состав очень сильный, не говоря о том, что сейчас многие сильные девчата не подъехали. Работают здорово? Работают очень здорово. Есть разница между смешанным коллективом и вот работой девчонок? По-разному приходится работать с ними? Девчата, мне кажется, более дисциплинированные. И послушные, наверное, да? Да, более исполнительные, как бы, они стараются. Состав очень растет.
люди, которые, девчата еще в прошлом году только начинали прыгать, а в этом году уже участвуют. Вот по сравнению с прошлым годом, что изменилось в работе, ну, в команде? Во-первых, прибавилось большое количество людей, и более стали требовательны сами к себе. Люди стали анализировать, то есть думать непосредственно в работе. Саш, в этом году по сравнению с прошлым годом, что поменялось? Что изменилось? Прогресс, конечно. Видно, что девчонки выросли технически. Индивидуальная техника выросла. То есть намного... видна работа. Да, видно, что видно результат работы вот этой годовой. То есть зимний период, когда посещали они сбор по подготовке, вот, где-то индивидуально посещали трубу аэродинамическую. То есть видно, ну, результат налицо. То есть у этого движения ты видишь будущее у нас? Конечно. Оно будет продолжаться. Конечно, это да. So come on!